Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет небольшая распаковочка, но существенная, потому что сегодня пришли посылочки вещевые в основном. И две каких-то маленьких, мы посмотрим, что в них такое. Одну, по-моему, муж заказал, я посмотрю, а вторая что-то мое. Вот это, по-моему, моя посылка, это я заказывала цепочку ожерелья в виде цепи на шею. Вот, оно выполнено в двух цветовых решениях, под серебро и под золото. То есть вот такое вот. Ой, какой красивый, вы знаете, прям вообще. Единственное, сейчас я посмотрю размер, меня прям смущает вот эти короткие цепи. Вот это вот... Нет, ничего. На удивление, цепь сама по себе крупная. И вот так вот смотрится. И там есть еще запасик. В принципе, наверное, можно, если что, удлинить. Значит, смотрите, она вот от этих двух мест такая крупная. А дальше у меня уже тоненькая цепочка идет. Надеюсь, смотрится хорошо. Давайте я в ней останусь. А мы будем с вами распечатывать дальше посылки. Вот это вот, наверное, посылка пришла. А, нет, тоже мне. Тоже мне, это косметика, это от Fire King сыворотка. Ну, уже косметоз у нас последний приходит, потому что я затарилась, по-моему, на 2 года вперед. И если буду что-то уже заказывать, это то, что для меня интересно попробовать, протестировать и о чем будет интересно вам рассказать. Значит, сроки годности до ноября 2022 года. Сыворотка для лица. Будем тестировать, все расскажу. И, как всегда, саше с кремом, увлажняющая эмульсия. Тоже, кстати, вот это очень хорошее. Вот этого саше мне хватает на 4 дня где-то. Один раз на ночь я наношу после какой-нибудь сыворотки. И мне так оно достаточно понравилось в использовании тоже. Могу рекомендовать. Так что продавцу спасибо, что положил нам подарочек. И давайте приступать к большим посылкам. Начнем мы вот с этой большой посылочки Джум. Я ее очень ждала. Сейчас расскажу почему. Потому что там, кто на Джуме следит за моим блогом, знает, что я заказала костюм от Ругот. Костюм, юбка трикотажная и куртка. Вот он, я так понимаю. Сейчас мы посмотрим. Чуть-чуть откроем. Я его очень ждала, потому что с размером я очень много прочитала отзывов. У всех размеры разные, а идет он в едином. Сами понимаете, с моим 52-54 это весьма проблематично вопрос. Так что, ну, куртка вроде должна подойти. Кстати, вот такая вот, знаете, плотный такой трикотаж. Вот видите, курточка с трикотажными рукавами, этикеточка есть. Джинса такая хорошенькая, не слишком тонкая, но и не слишком плотная. Такая вот прям отличная на прохладную погодку. Юбка вот. Ну, не знаю, как я в нее войду. Может быть, и не войду. Тянется она, конечно, хорошо, но размер прям это... Конечно. Ну, если что, у меня есть кому отдать дочке. Так что буду мерить, расскажу вам потом все и о размере, и обо всем. Ну, юбка прям меня смутила. Хотя я в отзывах смотрела, девочки с формами на себя ее натягивали. Посмотрим. Не буду утверждать, что я это смогу сделать. Сейчас после... распаковки займусь примеркой. Мы как раз будем фоткать все. Так, что у нас здесь еще? А, вот это уникальная вещь, ребят. Тефлоновая насадка для утюга. С этой насадкой я забыла вообще про то, что что-то может где-то пригореть, оплавиться, не знаю что. Вы на любой утюг, видите, она перфорированная с отверстиями, то есть даже на утюг, где есть подача пара,
надеваете вот эту насадку, сзади пружинкой закрепляете, вот здесь носик. И все, и пользуйтесь утюгом, эту насадку снимайте время от времени, чтобы помыть. Вы забудете про какие-то пятна на одежде, которые могут проходить сквозь отверстие утюга. Вы забудете про то, что где-то ткань может оплавиться. Я все глажу прекрасно на максимальном. Редко-редко, когда я делаю утюг чуть потише мощность. И даже хочу сказать, что когда у меня был момент, надо было... Вот знаете, самоклеящаяся пленка декоративная, чтобы она лучше приклеилась, ее рекомендуют прогладить утюгом. Там через газету, через что-то. Вот, через эту насадку вы прогладите, эффект будет потрясающий. Так что вот эту штучку рекомендую, я заказываю и для себя. И вот это вот не для себя, у меня есть. И я покупала на Джум ее, наверное, месяца 4 назад или 5, она все еще служит. При том, что я постоянно глажу что-то, потому что приходит то товар, то то, то все. И прекрасно используется. Хватает ее надолго. Я не могу сказать точно, но на год вам точно ее хватит. Даже если вы каждый день будете гладить. Отличная штучка, рекомендую. Качество очень такое достойное. Так, и еще одна у меня здесь посылочка. Такие спортивные, если я правильно помню, тапочки. Отзывов на них не было вообще, поэтому по размеру я вам сейчас, конечно, ничего не скажу. Померить я не смогу. Это будет все только в процессе уже потом, когда буду делать обзор. Вот такие, сейчас посмотрим. Я вообще очень надеюсь, что они выполнены из текстиля. Потому что я планирую их носить летом. Мне никакой кожзаменитель не нужен. Так, что хочу сказать. Они, конечно, из текстиля. Да, и внутри тоже текстиль приятный. Вот такие приятные боты. Вполне себе достойные. Если размер подойдет, и я пройду... Вот тут, видите, есть резиночки. Подошва... Не скажу, что прям гибкая. Но сами по себе, как вот внутри, вот если так вот, то они достаточно легкие и удобные. Померю, ребят, расскажу. Пока не могу сказать. Наша посылочка все. Давайте откроем следующую посылочку. У нас прям вещевой бум сегодня. Здесь главное ничто нигде не порезать. Так, это пришел Шейн. О, пришла моя кофтеночка. Она такая сделана под легкую замшу. Спереди на пуговках. Цвет такой, вы знаете, очень красивый, такой коричнево-серый. Вообще, конечно. Конечно, это синтетика. Изнутри гладенькая, а снаружи, знаете, как вот мягкая-мягкая замша. Интересная штучка такая, мне прям понравилась и очень захотелось ее приобрести. Как всегда, по-моему, на флетч-распродаже, или она была со скидкой. В общем, надеюсь, подойдет. Тут пуговки есть, застежки 4, нет, 3. И остается вот такой воротничок. Есть капюшон с кулиской. Такая достаточно прикольная вещица. Что у нас дальше? Давайте посмотрим. Так, это я заказывала нашему папе. Такой лонгслив. Такой достаточно стильный. Изнутри очень приятный. Снаружи, вы знаете, как такая вискоза. Изнутри такое вот полотно приятное. Состав, наверное, все-таки полиэстер. Я думаю, сейчас мы посмотрим. Так, полиэстер 100%, да, но очень-очень качественный. Смотрите, какая кофтенка такая. Она не легкая, но и не слишком плотная. Такая вот сейчас вот на весну носить вообще отлично. Надеюсь, папе нашему понравится и подойдет. Сейчас после распаковки я ему покажу это все. И пришли трусики. Одни я заказывала. Одни я, наверное, добивала до скидки. На этот раз я заказала обычные трусики. Ой, какие они класснючие. Вот такие.
Лот 3 штуки. Стоят они в районе 400 рублей. Легкие, приятные. У меня есть такие стринги такого плана фэшн. Они офигенные. Здесь я размер, конечно, заказала поменьше. 3XL. И мне кажется, он вполне подойдет. Идут три цвета. Ой, ну этот прям ядреный. Вот такие прям. Смотрите, какие краски красивые, яркие трусишки. Мне понравились, вообще классные. Шиты качественно. Вот эти резиночки очень мягкие. И вот эти резиночки очень мягкие. Как я люблю, когда ничто нигде не впивается. Просто цвет бомбический. Посмотрите, какой яркий. О, вообще, атас. Так, я очень довольна шином. И давайте мы с вами вскроем последняя посылочка. У нас сегодня недолгая распаковка. Хочу сказать, что сегодня я довольна вещами. Если еще мне они подойдут. Ну, шейн я точно знаю, что подойдет. Я уже прям вижу. С Ругодом, конечно, будут вопросы. В крайнем случае, если что, дочери. Так, что у нас здесь? Здесь у нас чехольчик. Я заказывала для сестры. Давайте посмотрим, что там за чехольчик. Придешел он. Ой, какой красивый. Вот такой вот. Я просто дам ссылочку. Там наверняка, по-моему, сейчас не помню, много разных моделей. Если вам понравился, можно смело брать. Значит, что хочу сказать. Чехлы такого плана... Я, наверное, телефон сюда не взяла, да? А если взяла, то уже куда-то положила. Просто хотела вам показать свой чехол на телефоне. Я ношу его уже, я не знаю, очень давно. Он не облезает, ничего с ним нет, не царапается, ничего. Он как из плотного силикона. В общем, очень качественный. До этого я покупала чехлы пластиковые, с них слезала краска. Вот с этого... Вот конкретно с этого как не знаю, а у меня такого плана, но с тиснением еще такой, знаете, рельефный. Вообще ничего не слезает. Он смотрится до сих пор, выглядит как новый, хотя я ношу его уже полгода точно. Так что это отличная штука. И у нас осталась скоро же весна. Я заказала стеганую курточку. На этот раз я ушла от темных оттенков. Мне захотелось чего-то светленького. На весну я поняла, что у меня нет ни одной голубой куртки. Я решила ее заказать. Очень надеюсь, что размер мне подойдет. Что хочу сказать. Если у вас вдруг возникают какие-то проблемы с товаром, вот вы получили, конечно, для начала лучше всего снимать распаковку. А потом, если не соответствует размерной таблице, качество плохое, где-то шов не прошит или что-то еще, вы всегда можете обратиться в службу поддержки для компенсации, для получения компенсации. Это может быть как и 100% компенсация, так и какие-то частичные компенсации. Вы обо всем договоритесь со службой поддержки. То есть не надо бояться заказывать в интернете, все вопросы можно решить. Главное, не затягивать решение этих вопросов. Слушайте, ну куртка прям бомбическая, по-моему. Сейчас я вам ее покажу. Она, конечно, легенькая. То есть, ну, уже на плюсовую, плюс 5-10 там. Ну, она прям вообще, посмотрите. Надеюсь, я ее застегну. Не могу сказать пока. Не могу, какой мы заказывали размер. Я там самый большой. Ну, тут вообще 3XL. Я сейчас точно не помню, какую я заказала. Может быть, она будет не маленькой. Надо посмотреть. Ну, так вроде вхожу. Посмотрим, что будет. Вообще, курточка очень классная. Я в любом случае на нее как бы сделаю обзор, расскажу, на какие размеры она подходит, если вдруг что. Качество отличное. Ну и померяю, что там у продавца указано и что здесь по факту. Все, рада, что вы были со мной. Наша распаковка подошла к концу. Как видите, товаров немного, обзоров будет немного, но все я их здесь выложу более подробно, с подробными фото, детальными фото товара. Все расскажу, как померила, как в носке, приятно, неприятно. Спасибо, что дослушали. Так, подписчики мои в Дзене, как всегда, буду выкладывать обзоры по мере написания прямо в блоге, следите за обзорами. А подписчикам на Ютубе напоминаю, что все ссылки на товары, которые вы здесь видели, не на товары, а на обзоры на эти товары, я размещу под этим видео. Постепенно буду размещать, так что заглядывайте, не забывайте. Рада была, что вы меня досмотрели до конца. Всем пока, ваша оптимистика.